С вами Богданиэл Достальоне. Всем привет. Хрен из меня, не Даниэла Достальоне, точнее Богданиэла. В общем, всем привет, с вами Бодя. И по многочисленным просьбам, а точнее потому, что вышло у нас с вами на прошлом кей-поп ролике, где мы учим с вами мемберов, 11 тысяч лайков, даже если не 13 тысяч, может я ошибаюсь. И вы меня просили в комментариях посмотреть Мадмену Ла-Ла-Лэм. В общем, это Гаку ТВ, если я не ошибаюсь, все правильно прочитал. Потому что мы их прошлый ролик смотрели, и вы захотели новый посмотреть. Ну, давайте. И да, кстати, чуть не забыл. 10 тысяч лайков, и мы с вами смотрим новый кей-поп ролик. А точнее... Скорее всего, новый кей-поп ролик. Я не скажу, какой, короче, будет, но я уже знаю. Тихо. Тихо, ребят. Господи, кому я говорю тихо? Ой, у него такой эффект офигенный на голосе, жесть. Слышали, да? Вот это типа вибрация немного. Вот это был 3D-звук, кстати. О, он как будто слева направо перешел. Вау, вот это красиво. Вы поняли, да, этот голос? Офигеть. Короче, давайте еще разочек. Просто. Их музыка это что-то с чем-то. Это короли музыки. У меня больше нет слов. Я не знаю, кто-нибудь, наверное, мог пошутить. Он очень похож на рэп-монстра, но люди, которые фаны, наверное, вот, допустим, Гаку ТВ и фаны BTS, все такие скажут, может быть, типа, из того, что BTS популярнее, скажут, это же рэп-монстр на минималках. А это, допустим, там Чунгук на минималках. Ну, чуваки круто поют, очень. А вот это, кстати, вроде на кого этот похож? Вот я, вы знаете то, что я не могу заучить Ви, Шугу и Чимина, как они выглядят, потому что для меня они похожи очень сильно между собой. Вот, ну, короче, вы поняли. Вроде похож вот на этого, у которого тоже белые волосы и вот такие вот сережки по бокам. Это вроде бы Шуга, да? Или Ви? Кстати, круто покашлял еще, типа, вы поняли? Да. Да.
Кстати, очень интересный персонаж. Он самый интересный у них. Он самый... У него самая интересная внешность. Подождите. Можно я посмотрю на него разок? Да, вот эта улыбка очень прикольная у него. Вот это вообще прям сок. Да, да, он хорошо отыгрывает. Этот чувак был похож на Чонгука сейчас. Или нет? Вот это вот на рэп-монстр очень теперь сходит. Вот в таком ракурсе на рэп-монстр чем-то похож. Ну да. Ладно, Купоп это жесть. Купоп это просто... Я просто не могу орать, у меня бабушка спит, извиняюсь. Просто не то, чтобы я сейчас, не то, чтобы я сейчас офигел, просто нет слов, насколько, вот, во-первых, этот чувак отыгрывал, он мне очень понравился, у него очень интересная внешность, не в плане того, что он мне нравится, то, что он внешностью хорошо вышел, нет, мне не нравятся мальчики, извините, ребят, вот, я имею в виду то, что он, мне понравился этот чувак тем, что у него красивый голос, тем, что... Он очень интересно поет, да сам интересно отыгрывает. И то, что, ну, у него обычная, я не говорю, что у него красивая внешность, просто обычная, может, красивая, вот. А по поводу других участников, они очень сильно... Они очень хорошо танцевали, мне очень понравилось. Я бы сейчас поорал чуть-чуть, но у меня бабушка спит, прощайте меня. Вот, спасибо большое, если досмотрели до этого момента. 10 тысяч лайков и новый кей-поп ролик, и... Это будет очень интересный кей-поп ролик, надеюсь. Вот. Спасибо большое, то, что если смотрите нас. И да, чуть не забыл. Кстати говоря, можете подписаться на наш с вами инстаграм. И до новых видео, мои умники. Да.